центр, видите? Здесь их много. Или, как сказать, достаточно, довольно. Слава, буду более внимательно высматривать свою контору. Так, автосалон. Понимаю, поддержанных авто. Тут отель. Так что. Вы превышаете допустимую скорость. Справа кустарник пострижен. Вот лавровый лист. Видите? Кустарник из лавра. Не везде, конечно, но довольно часто встречается. Вот и хорошо. Баночки катаешь, выбежал. Кустика на Павиола. Был населенный пункт. Сан-Георгио ин Боско. Вот где-то в этом населенном пункте у меня фирма по разгрузке. Скорость, всматриваюсь. Не хотелось бы проехать, дабы до разворота неизвестно сколько. Дед Мороз на велосипеде. Санта-Клаус у них. Готовьтесь прибыть в промежуточный пункт через 800 метров. Хорошо, я и договорить, но я пока не вижу ничего.
Вы прибудете в промежуточный пункт через 300 метров. Это не видно. Пойду узнаю. Все, пока. Отправили меня немножко дальше, сказали километр. Сейчас буду ехать и смотреть. Ну, а вы пока смотрите городок. Продолжение. Готовьтесь через 2,4 километра пересечь дорогу с круговым движением. Адрес один, а ехать надо в другое место искать. Спрашивать. Ну чё, немножко переехал я. Едем. Километр до кольца, разворачиваемся. Еще раз покажу город в другую сторону, когда по кольцу развернусь. Вот так вот в Италии приходится бегать, искать. Хорошо, когда язык знаешь. Она так с ЦМР-ками пальцем тычешь, и тебе объясняют. Здесь так. Но очень часто бывает так, что итальянцы доводят до самой фирмы. Ну, видите, это если бы я на машине кого спросил, может, меня придавили. Но все равно разворачиваться надо где-то там. В принципе, скоро. Так, и легче, а то все время бегаешь через дорогу. Моя фирма по левой. Вы превышаете допустимую скорость. Да, разогнался. Подарить денежку итальянцам за превышение скорости. С
всматривался, но видите, указателя нигде не видел. Пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд. Навигация ведет на вторую разгрузку. Но я пока еще на первой не выгрузился. Перепроложить. Через 100 метров поверните направо. О, одежка Санта-Клауса. Перепроложить. Или прокат, не знаю. Готовьтесь через 1,8 километра выполнить разворот. Видите, в какой? В деревянной упаковке. Где-то нам надо здесь бы приостановиться. Пойти поспрашивать. Так, все призвуковое. Ничего не поделаешь.